Предлагаю вашему вниманию шампиньоны в сметанном соусе на сковороде. Грибы со сметаной – это классика, это всегда вкусно, просто, сытно и сочно. Количество ингредиентов и рецепт также в описании под видео. Лук репчатый мелко нарезать и обжарить в небольшом количестве растительного масла на сковороде до полуготовности, приблизительно 3 минуты. После добавить шампиньоны и продолжить готовить на огне меньше среднего, периодически помешивая, до тех пор, пока не испарится вся влага от грибов, в среднем 10-15 минут. Далее, когда вся влага испарилась, необходимо добавить специи по вкусу, соль, перец, сухой чеснок и перемешать. И после добавить сметану с добавлением горячей воды. На 200 мл густой сметаны добавить 100 мл горячей воды, перемешать и данную смесь добавить к грибам. Вода должна быть горячей, чтобы сметана в сковороде не свернулась от резкого перепада температуры. Довести соус до кипения, уменьшить огонь до минимального и продолжить тушить на протяжении 10 минут. После, по желанию, добавить зелень и снять с огня. Шампиньоны в сметанном соусе готовы, можно подавать к столу. Благодарю за внимание, всем удачи!